Ярко, шумно и необычно сегодня началось утро на Волгоградском вокзале. Привокзальная площадь превратилась в огромный танцпол. Флешмоб – это сбор людей, яркое появление и также исчезновение. Мы как звезды появимся, станцуем, удивим всех и также исчезнем. Но в то же время это цель того, чтобы, да, действительно показать то, что наш город является реально танцевальной столицей и то, что в нашем городе развиваются танцы. Подобный флешмоб проходил сегодня одновременно во всех городах-участниках проекта «Большие танцы». 100 человек из каждого города попытаются из Москвы привезти на родину звание танцевальной столицы России. Волгоградская команда решительно настроена на победу. И чтобы победить, нам необходима поддержка наших друзей, родственников и всех, кто с нами рядом находится. Но здесь собрались, по идее, лучшие танцоры Волгограда и самые лучшие активные ребята. Телевизионный проект «Большие танцы» запускается в начале марта по одному из федеральных каналов. И нет сомнения, что это будет действительно зрелищное шоу.